сколько мистер Бист заработал на видео про игру в кальмара. Это видео вышло в ноябре 2021 года и является одним из самых дорогих его видео с бюджетом 3,5 миллиона долларов. За первый месяц видео собрало 200 миллионов просмотров, что при средней цене в 7 долларов за 1000 просмотров дает нам прибыль в 1,4 миллиона долларов только с рекламы Ютуба. Далее, видео проспонсировала игра Brawl Stars. Перед запуском видео у них было 265 миллионов скачиваний, и они заявляли о прибыли в 1 миллиард долларов, что дает нам примерно 4 доллара за одно скачивание. Первую неделю после выхода видео количество скачиваний увеличилось на 300 тысяч, и мы можем смело предположить, что за рекламу в видео они заплатили около 2 миллионов долларов. Следующее — продажа мерча. Вообще, мерч мистера Биста довольно популярный, и мы можем смело предположить, что продал он около 150 тысяч футболок, что при цене в 50 долларов за футболку дает нам выручку в 7,5 миллионов долларов. И даже если аккуратно предположить, что прибыль от этого всего 10%, то получается 750 тысяч долларов. Итак, сложим все вместе. 750 с футболок, 2 миллиона с Brawl Stars и 1,4 миллиона с Ютуба. Итого получаем 4 миллиона 150 тысяч минус 3,5 миллиона затрат, и остается 650 тысяч долларов чистой прибыли с одного видео. И это только в первый месяц.